Кто спешит в вашу жизнь, кто уже на пороге? Давайте посмотрим. Вы сейчас столкнулись с какой-то потерей. Да, с потерей из-за того, что вранье. Все скрывается, не договаривается. Я так понимаю, вы здесь с кем-то расстались. Не совсем здесь отчаиваетесь, верите в свое будущее, но осадок неприятный. Кстати, это действительно уже на пороге. Это на пороге к вам уже давным-давно. Даже если вы сейчас не готовы к появлению нового человека, он предназначен вам самой судьбой. Сами высшие силы, я не знаю, сами звезды его ведут. Это человек, который призван сделать так, чтобы вы могли простить всех тех, кто вас обидел. Это тот человек, который является вам наградой за те страдания, которые вы испытали. Этот человек способен растопить ваше сердце и сделать вам очень заманчивое предложение. Девочки, кто хочет замуж, здесь будет человек с предложением руки и сердца.